Всем привет! Я сегодня вам расскажу о наборе, который мне купили на дне рождения. На прошедший день рождения. На прошедший год день назад. Рождения. Год назад. И этот набор — лесная полиция. Можно даже сказать, лесной патруль. Ну, это очень старый набор. Да, очень старый. Его уже ни в каком магазине нельзя купить. Угу. Он выпускался, наверное, лет 5 назад. Да. Да? Он уже раскрытый. Угу. И вот сзади полиция арестовала преступника. Угу. Она уезжает. Ну, давай поближе покажу ребятам. Угу. Это две картинки. Тут уже полиция ведет преступника в тюрьму. Тут она нашла его. Угу. Тут полицейских выгружает собак. Преступник гонит. Гонит, угу. В это. Это у него какая-то логово какое-то преступное, да? Да, логово преступное. Угу. В лесу. Угу. А он в городе. Угу. И полицейский. Угу. Вижу. Тут на машину тут один пакет, угу. А на эту машину два пакета. Угу. Если все соединить, то получится три пакета. Все правильно. Ну что? И я сейчас начну вам показывать набор. Угу. Первое — это в машине набор, или это полицейская машина. Угу. Вот такая она. У нее это будка, а это тюрьма. Тут в будке есть огородка такая белая. Угу. Она ставится на вот так вот посерединке. Закрывается. Угу. Только у меня тут плохо закрывается. Это похоже на полицейский джип. И у него есть бампер такой. Угу. Белый. Двери открываются. Угу. Внутри есть труль, как у всех машин. Угу. А покажи собаку с этого боку, которая там нарисована. Вот такая. Что это означает, эта собака? Это означает полицейскую машину собаки. Для перевозки собак. С собаками, да? Да? Кинологическая служба. А тут надо тоже наклеить значок собаки. Но я только такой нашел знак. Машина на этом закончилась. И... Подожди, а зад открыть, еще раз посмотреть, как там что, преступник место? Да. Так, по сюжету там пока никого нет, нет преступников, да, в этом наборе? Нет. А, нет, как нет, есть, мы его потом в конце посадим, да? Да. Угу. И теперь... А покажи вот эту детальку сложную-пресложную, которую мы так долго искали. Вот такая... Я вот такой вот треугольничек, да? Да. Угу. А тут мы не нашли пока. Угу. И вот теперь с вами у меня фигурка полиция. Ой, куда ты? Полицейский, ой. Вот он такой вот. У него лицо такое. Угу. Он как будто бы уже арестовал преступника. Ну, руки убери, это плохо видно ребятам. Угу. Молодец, вот так хорошо видно. Наручники, как угу. у всех полицейских машин и полицейских угу. людей. Шляпа такая, причем не темная, а светлая, да. Только на болотной полиции светлая. Mm-hmm. Слушай, а на лесной полиции темная, а на болотной светлая или что? Или наоборот? Наоборот. Uh-huh. И можно этому человечку, как у всех машин, вот так вот, сделать ему так, посадить. Uh-huh. Стекло. И на крыше мигалки еще есть, да, такие? На крыше мигалочки. Угу. Две мигалки. Обратите внимание, если убрать это, то у вас тут даже есть мигалки. Угу. Слушай, бампер-то еще закроют, посмотрю, как ходит. Вот так вот. Да, бампер тоже было сложно собрать. Сложно долго искать. Угу. Вот тут
мигалки. Угу. И еще помнишь, ты говорил, что вот эта деталька сложная. Угу. Да, я помню. Ее сразу нашел. Угу. Только увидел, как нашел. И теперь пошли собаки. Давай, собаки. Две собаки таких. Выше медведь у меня есть. Ну, медведь убей, он не из этого набора. Он позднее появился, но две собаки здесь есть, действительно. Так, куда их ставят обычно? Вы открываете угу. этот салон. Видите этот вот заборчик? Угу. Да, вижу. Ставите одну собаку вот сюда. А если хотите... Если хотите, чтобы собаки у вас смотрели в окошки... Не перекрывайте, Маш, рукой, потому что не видно ничего. Если хотите, чтобы у вас собаки угу. смотрели в окошки, вы поставьте их не у стены, а у почти что у заборчика. Вот так. Угу. И тогда они смогут смотреть в окошки. Ну-ка, что? Покажи, как это выглядит, когда дверь закрывается. Ага, вот так. Не хотелось, чтобы они хотели смотреть. Ну понятно, хорошо. Машина кончилась. Давай перейдем к следующему. К убежищу преступника. Нет. Ага. К машине преступника. Давай. Вот такая гонка. Как у преступника. У нее есть спулер. Угу. Ускоритель, чтобы машина вот так гоняла. Угу. Как у всех машин руль. Угу. Такая понтовая тачка. Только она черная. Угу. Ее все есть. А она покрашена. Знаете зачем? Зачем? Так, как горы могут быть какими угодно. Угу. И вот когда она едет в горах, ее нельзя увидеть. Угу. И полиция думает, что просто едет преступник. Угу. А машину саму не видно. Угу. Тут вот так вот. Она выглядит. Белых особенно я не ставил. Угу. Слушай, ну эти машины тоже было сложно собирать, да? Да. И теперь я перехожу к бандиту. Угу. В этом наборе вот такой преступник. Ну-ка, вот мы сначала его на камеру вам покажем, а потом живой рядом. Так, вот он такой. Вот у него такая морда, да? Да. Характерная, улыбающаяся, да? Я бы даже сказал. Фомка в руках. Он очень плохо улыбается. А, такая у него улыбка. Ха-ха-ха, преступническая. Да? Да. Вот, давайте я покажу вам его. Так. Положу его сюда на кровать, чтобы было лучше видно. Лицо такое. И такой рот красный, и такие беззубые. Вот это зубы-то не чистит-то на самом-то деле, а? Вот его зубы выпадают. Да, Дим? У него внизу нет зубов. Угу, угу. Вот. Понимаешь, здесь нет зубов. Угу. Вот он такой с Фомкой пытается пролезть через забор. И вот здесь. Угу. И вот здесь. Угу. Сзади он выглядит вот таким образом. И у него все попадли. Угу. Ну, сзади у него костюм обыкновенный он какой-то. Он не любит, наверное, зубы. Наверное, не любит зубы чистить. Вот такой. А если он зубы почистит? Ну, не знаю, уже поздно. Вот такой вот преступник. Да. Его преступная машина еще тоже тут. Да? Угу. Ну, посади его вместе. Давай сделаем как на картинке. То есть вот так, так. И еще ставь ту машину полицейскую. Угу. Ну и шахту осталось сделать. Угу. Слушай, чего-то не хватает? Бегущего преступника-то. Полицейского-то бегущего. И собаку. Собака, а так полицейский. И
Я вам покажу, как он ломает. Если у вас не получится, то можно и по-другому. Преступник с Фомкой, да? Ой. О. Можно даже преступник отложить. Вот так. Хопа! Хопа! Опа! Ломал, да? И проник в шахту, где хранится золото, где добывается золото. И вот они держат на вот таких вот пимпочках двух. Угу. Тут открыть можно. Угу. И золото. Угу. А это, папа, я забываю все время. Улей? Улей еще. Улей, да. Тут стоит улей. Угу. Ну, вот так вот, по крайней мере, сделано на этой картинке. А вот тут вот так вот тоже улей, вот она шахта. Вот тут вот преступник с Фомкой. Полицейский, папа, бандитская папа, машина. Папа. Ау. Это была уже коробка. Угу. И вот тут вот вкусный мед. Ясно. Хорошо. А вот тут вот уже дырочки. Угу. Как это сказать? И теперь пошла инструкция первая по преступничьей машине. Угу. И по шахте. Угу. Давай я еще все-таки машину покажу ребятам. Вот она вот такая. Вот. У нее ничего не открывается. Не открывается ничего, да. Но все равно я было ее найти первый. Сложно. Сейчас, Тимош, подожди секунду. Я да покажу ребятам еще раз машину. Вот спулер сзади. Вот. Вот такая она. Ага, давай по инструкции. И тут нельзя собирать. Ну, вот здесь. Ребята это знают. На итак. Ковре. Да. Два пакета нельзя открывать, можно собирать на столе и один пакет. Давай вернемся к нашей инструкции, собственно говоря. Вот преступник такой. Слушай, так у него еще бриллиант в руке? Да, и фума. Ну нет, ну все перебирать мы не будем, давай сразу к концу. Вот это было сложно собирать, это конец уже. Видите, тут уже машина вот на такой картинке. Ну вот, вот такая вот машина. Вот примерно вот такой вот такая улей. Вот машина. Можете сравнить, что получилось одно с другим. А теперь пошла полицейская машина. Инструкция. Это вторая инструкция. Вот такая полицейская машина должна была получиться и получилась. Вот тут вот это раз. Это два. И перелистнул. Ну, так. Еще раз. Это начинается конец. Вот эти все открывающиеся, закрывающиеся окна и двери, вот так вот, вот так закрывается, вот так открывается, закрывается. И вот тут вот такие большие колеса. Сейчас, Тимка, я преступника вам покажу, как он-то, как ты его посадил там в тюрьму, да? Да. Такие большие колеса. Нам было их тоже непросто найти, они такие вот, вот такие. О-о-о. И еще тут написано «Полис». Тут полиция, то есть. Тут машина называется под номером 441. Даже еще, видишь, старая нумерация, четырехзначная. Когда еще, сейчас уже по 5 знаков в наборах, а тут еще 441. Как у машины 441? Ну, номер серии, да, такой вот такой. От 5 до 12 лет. И вот тут вот посадили собак. Заканчивается содержанием человечка. Собаки, да, видите, сбоку нарисованы собаки. Это как бы вот именно и тут это означает перевозка собак. И я заканчиваю. Всем пока. Всем пока. Пока, пока, ребят. Пока. Вот такой вот набор получился. Очень интересный. Старинный набор.